Открытая трибуна. Откуда вы чаще всего получаете информацию? Устраивает ли вас одесское телевидение? Ну, одесское телевидение мы смотрим все, потому что любим Одессу и стараемся смотреть все каналы, чтобы разнообразить получение информации. Но в основном информацией питаемся так же самое с интернета и от друзей созваниваемся и обмениваемся информацией. Устраивает. Я люблю смотреть вот, сериалы. Потом там каналы те, которые показывают мир животных, вообще мир, там, где звезды, вот это все такое. Чаще, ну вот вы знаете, один из первых одесских у меня вот как раз и ваш первый одесский. Ну, так, в основе да, в общем-то. Есть какие-то дебаты такие, я их не смотрю. Ну, интернет, конечно, в том числе. Информацию я получаю в основном из телевидения. Я смотрю телевидение и плюс интернет. А насчет одесского телевидения, конечно, хотелось бы, чтобы оно было менее зависимо от каких-то коммерческих структур. Это первое. Второе, менее зависимо и имело бы свое мнение, не зависело бы от политических веяний и настроений. Хотелось бы больше на одесском телевидении видеть независимые аналитические программы, передачи, которые заставляли бы людей думать, не просто воспринимать факты, какими они есть, а уметь ими оперировать и анализировать обязательно. Неважно, какие каналы, неважно, как они называются, неважно, какого они окраса, главное, чтобы журналисты несли свою профессию и выполняли ее согласно их требованиям профессиональным, а не уже каким-то настроением или веянием. Первый городской однозначно. Передача Яши Гопа очень нравится. Ну, в общем-то, информацию получаем более-менее приличную с первого городского. Мне нравится. Я, кстати, поддерживаю. Дело в том, что телевизор я почти не смотрю. Я не подлизываюсь, хотя, это честно. Хотя многие мои друзья говорят, что меня там видят очень часто. И вот тому доказательство. А я в основном черпаю информацию с Фейсбука. Facebook. Или, ну, в общем, из интернета. А одесское телевидение смотрю все, не могу точно определиться, но первый канал это точно. Не могу точно сказать, каким в большей степени я смотрю одесский канал, хотя бы лишь потому, что меня интересуют новости в Одессе и потому, что я живу в этом городе. Одесское телевидение, есть очень нудные программы, которые просто отвратительны. Я считаю, что здесь нужна новая волна молодежи, которая более понимает сегодня политическую ситуацию и вот этих вот пожилых людей, которые пару слов связывают недостаточно хорошо и понятно, их надо убрать. Молодежь должна быть на телевидении. Это всегда был авангардная была сила. Поэтому только молодежи вперед. Открытая трибуна.